Привет, друзья! Сегодня я решил поиграть во Фридай Найт Фанкин. О, да! Как я ждал, думаю. Мы сегодня будем играть на данный момент во фриплей, в свободную игру. И я уже немножко потренировался на туториал. Нам не нужно сразу начнем с первой песни. Только я играю с физичным режимом, просто я нолик в этой игре. Но умею проходить. Это изи, я уже и фреш прошел. Вот видите, это изи. Ну иногда не получается, да, понимаю. Те, кто играют уже еще мало времени в эту игру, тут понимаю, я тоже в эту игру мало времени играю. Вот пару минут назад начал играть уже таким. И уже такой профессионал. Я его опять выиграю. Но это не совсем эта игра. Я зато могу так. А так нубики не могут. Блин, не получится. Ну сейчас я его все равно обратно верну на место умирания. Ну это чел с дверями. Ну это изи. 5 пропусканий, да и что? Ну зато изично. Следующая песня. Следующая песня будет? Это следующая? Да, это фреш. Сейчас вы увидите, как я умею. Да, я так умею. Я, конечно, не всегда попадаю. Но большую часть кнопок я успеваю попадать. Блин. Вот видите? Пока что 15 ошибок. Не всегда получается. Блин, я не заметил, как кнопки начали лететь. Ну сразу. Скриптон, я выиграл? Я выиграл. Так, бегу. Следующая песня. Ну, может быть, не следующая. А та же самая будет. Да блин, это реклама, может я ее вам пропущу. Все, реклама закончилась. Да, батл я еще не открыла, но могу сыграть, но это сложно. Знаете, я хочу сыграть пика один раз. Ну просто, ну хочу сыграть пика, ну мне нравится пика. Ах, опять реклама, пропускаю. Не, реклама была реально долго. Ой-ой-ой, нет, зря я сюда зашел, это будет сложно. Я справлюсь, надеюсь. Это первая его песня, она, можно сказать, такая легенькая. Такая, как фреш, даже легче. Мне особо нажимать тут не надо. Просто следить нужно за кнопками. Я один раз неправильно нажал. Ну тут реально сложно. Bye.
Даже фреш сложнее. Или я просто стал профессиональней. Я прошел пик? Я прошел пика! Я пропишу рекламу. Я прошел пика! Офигеть. Я прошел пика. Пика! Это же так сложно! Давайте попробуем песню Псили. Пропускаем рекламу. Биби Такс. Вот я и начал. Уже с песней Пхили, а не с песней Пика против этого челика. Тут реально будет сложнее. Это Пика и такая профессиональная. Мне этот Пика уже задолбал. То я песню выиграл, в это я проиграл. Здесь какая-то остановка. А let's play. А реально показывают красную кнопку. Пока у меня все отлично. Я, конечно, хочу такому же аутиста, как бот Пика. Это ж Пика, это ж бот. Я выиграл песню Псили! Оу май гад. Я прошел песню Псили. А? Афи? Агеть. Эй, чё, гад? Теперь хочется пройти Бламед. Тут меня ты уже точно не убьёшь. А, реклама, всё пропустил. Всё, начинаем! Это сейчас будет очень сложно. Ой, май гад. Ой, май гад. Сейчас будет очень сложно. Подписчики, поддержите меня своей подпиской и лайком, пожалуйста. А то я не справлюсь без этого. Офигеть. Ой, там я зря нажал. Это реально сейчас сложно. Реально сложно. Я все равно выиграл. Жесть!
Я все равно выиграл. Даже с таким почетом, то, что он меня почти побудь победил. Офигеть. Я прошел пик. О май гад. Давайте начнем. Точно не сэмпая. Хоурс. Последняя песня этот Хоурс. А, сейчас. Привет, друзья. Я даже не знаю, кто это такой. Пока легко выглядит. Но пока не так уж и сложно. Так это легче намного, чем я. Понятно, походу разработчики игры не так уж и сильно постарались против меня. Я ему вон сколько снес, сколько он мне. Посмотрите, сколько я ему снес, сколько он мне. Он мне нисколько не снес. Ну, кто такие игры делает? Офигеть, я сейчас его победю. Конечно, у него должны крестики быть нарисованы, но разработчики игры для этого нифига не постарались. Ну, разумеется, игры какие-то ленивцы. Разработчики этой мобильной версии игры. Так он мне бьет микрофон. Он хочет, чтобы у меня микрофон поломался? Или это ему такой форм... Офигеть! Я прошел его. Как я его прошел? Я прошел самого крутого. В чем прикол? Эй. В чем прикол прошел самого крутого? Это я еще в сторимоде. Многого не прошел. А как мне в стори моде открыть вот это вот? Как мне в стори моде? В реальной игре открыть вот это? Ну я просто не понимаю. А как? Я во фриплее победил самого крутого. Да я еще не победил Спукиза. Я еще Спукиза не победил. Спукиза. Короче, поддержите меня подпиской, пожалуйста, друзья. Пожалуйста, поддержите меня подпиской. Мне на фреше почти более всего. Ну, короче, смотрите. Я прошел самое последнее. Поддержите меня подпиской, плиз. А мы заканчиваем.